существует совсем небольшое количество вечных сюжетов, по поводу которых пишутся пьесы, сценарии, потому что это реально в жизни. Поэтому то, что настоящее, то, что человеческое, то, что чувственное, оно вне зависимости от времени. Сюжеты, по которым движется наша жизнь, наши человеческие взаимоотношения, одни и те же. Их несколько. Их не десятки, их не миллионы, их несколько. Поэтому всегда своевременно то, что действительно свойственно человеческой природе. Это же не плоская картинка, персонаж. В этом и заключается смысл нашей работы. Постараться сделать человека. Не какую-то плоскую картинку. Главное для меня, главное то, что он реальный, объемный человек, которому свойственно, вернее, свойственно абсолютно все живое человеческое проявление. Чувства, любовь, ревность. А если учитывать то, что это человек, который достиг в своей жизни очень больших высот, он звезда мирового уровня в прошлом, и в свое время он поступился своей спортивной карьерой для того, чтобы быть рядом с женой. Поэтому это человек очень таких больших крайностей. Марк, вот билеты в театр. Не потеряйте. Благодарю вас. Жаль, что вы не пойдете. Марк, да мне тоже так жаль. Слушайте, а что вы делаете завтра вечером? Завтра? Ну да, завтра, вечером. Завтра суббота. Так. В принципе, ничего. Отлично! Завтра идем на мальчишник. Решено, здесь недалеко. Мальчишник? Ну да, мы устраиваем что-то вроде такой прощальной вечеринки в честь наших американских коллег-теннисистов. Они играли по всей Европе. А теперь мы провожаем обратно в Америку. Это очень хорошо. Но я, к сожалению, не имею отношения к теннису. Марк! Вы имеете отношение к Америке, а это самое главное! Я готова. Милая? Милая, ты выглядишь просто великолепно. Благодарю. Марк, согласитесь, потрясающе. Дорогая, Марк идет завтра со мной на мальчишник. Он любезно согласился. Да? Да. Ну, прекрасно. Ну что ж, нам пора отправляться. Да, а то мы опоздали. Время. Тони, я позвоню в Антракте. Непременно, милая, непременно. Не скучай. Ну, конечно. Ну что же, приятного вечера. Развлекайтесь!